Еще один детский технопарк. Открыть его в этом году планируется в Мирном по инициативе районного управления образования. Детский технопарк будет работать на базе Центра дополнительного образования. Он будет максимально приближен к работе федеральных кванториумов. В центре создадут три современные лаборатории – робоквантум, хай-тек-цех и промышленный дизайн. Последнее направление, где будут готовить будущих инженеров, не имеет аналогов в республике. Педагоги Центра дополнительного образования пройдут обучение в Москве. По проекту мы должны до 1 декабря уже открыть детский технопарк. Стоит также отметить о том, что наш центр в этом году, в 2018 году, исполняется от юбилей 50 лет со дня основания Мирнинского городского дома пионеров, который был основан в 1968 году. И мы очень надеемся, что в этот юбилейный год у нас центр откроется именно.